привет, меня зовут Ярослав, я работаю в компании Coffee House уже 2 года. Начинал я с должности бармена, потом работал тренинг-менеджером по бару, сейчас работаю администратором. Сегодня я вам покажу, расскажу, как готовить чудесный напиток капучино, который у нас состоит из эспрессо, молока и молочной пенки. Прежде всего, мы должны приготовить наш кофе, который готовить мы будем в эспрессо-машине. Для этого нам понадобится холдер, свежемолотый кофе и правильно спрессованная таблетка кофейная. Кофейную таблетку мы будем прессовать с давлением 15-20 килограммов, вот таким чудо-приспособлением, которое называется темпер. Важно, чтобы наша кофейная таблетка была идеально гладкой и ровной, чтобы полностью уваривалась вся таблетка. Стравливаем воду для того, чтобы нормализовать температуру в рабочей группе. Теперь взобьем молоко. Важно, чтобы оно было холодное, чтобы успешно взбить пену правильно. Для этого нам понадобится форсунка, пар из которой забирается в бойлере, который расположен в эспрессо-машине. Вот наш эспрессо уже практически готов, теперь осталось взбить только пену. Стравливаем воду, которая конденсировалась внутри форсунки, и начинаем взбивать молоко. Очень важно не перегреть молоко, чтобы оно было температурой примерно 70 градусов, иначе оно будет горчить, отдавать будет горчинкой в нашем напитке. При температуре 70 градусов молоко как раз приобретает сладковатый привкус, который делает капучино очень вкусным. Для того, чтобы у нас в два напитка попало равное количество пены, я беру второй питчер, это такой металлический кувшинчик, и разделяю пену пополам. Для того, чтобы наш капучино был привлекательный, мы можем использовать технику латте-арт, чтобы создать на поверхности нашего кофе какой-либо рисунок. Если вдруг появились пузырики, их можно отбить постукиванием нашего питчера по столу. Все, наш капучино готов. Каждый из вас может научиться готовить хороший капучино, если приложит усилия и старания. Поэтому приходите работать в Coffee House, присоединяйтесь к нашей команде.